Путешествие на лодке. Это порт Мишель-Марин. Отправляемся из порта примерно в 9 часов утра. Порт расположен в южной части города Либревиль. Будем плыть около часа, возможно, полтора, на моторной лодке, пробираясь извилистым путем по реке Комо, ведущей в маленькую деревню. Пересекаем устье реки и плывем на восток к ее левому берегу. Наконец мы приближаемся к пристани. Здесь расположена небольшая деревня. Мы быстро выгружаем багаж из лодок и размещаем его в машинах. Нам нужно проехать еще 20 километров, примерно 1 час 40 минут, прежде чем мы достигнем места назначения. Едем на внедорожниках. Это два пикапа Toyota. Внутри машин расположены скамейки, которые позволяют пассажирам наслаждаться красивым видом. Деревня Нёне расположена к югу от Либревиля. Природа здесь очень красивая. Мы пытаемся увидеть как можно больше, потому что пейзаж незабываемый. Нас ждет домик с видом на океан. В нем есть только самые необходимые вещи. Небольшой кондиционер, кровать, столик, а все удобства, душ и туалеты, являются общими и находятся на улице. Готовят здесь очень вкусно. Напитки доступны в любое время суток. Они находятся в холодильнике в зоне самообслуживания. Здесь вы можете увидеть много диких животных, таких как слон, горилла, шимпанзе, бегемот, буйвол, леопард, гиена, но мне не повезло, и я видела только ящерицу, буйволов и убегающего слона. Тур из Либревиля и обратно на 2 дня стоит 120 тысяч франков. Это 183 евро на одного человека. Действует система «Все включено». Питание, напитки и поездка на сафари. Здесь можно отлично провести выходные. Поездка стоит того. Рядом находится заповедник Вонга-Вонги, а также красивый пляж. Look, look, look. Ha! I told you! 20 seconds before. Aha!